Здравствуйте, прекрасные! Здравствуйте, мои прекрасные! Напомню, меня зовут Юля Хадарцева, и я психолог, расстановщик, психотерапевт. И сегодня я решила выйти в прямой эфир и поговорить с вами ответить вам на ваши вопросы. Да? Я сегодня посвящу 1 час времени для того, чтобы пообщаться с вами и ответить на ваши вопросы. Поэтому вы можете задавать мне вопросы уже в эфире. Но до этого я сделала форму, и я сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому поехали. Да? Для тех, кто присоединяется, я еще раз представлюсь. Меня зовут Юлия Хадарцева. Я психолог, психотерапевт, расстановщик. Я специализируюсь на ценности себя, я специализируюсь на богатстве и на престиже, я специализируюсь на свободе, я специализируюсь на том, что каждый человек приходит в этот мир абсолютно ценным и уникальным, и задача каждого человека на этой земле прожить свою уникальную жизнь. Ценить, любить, уважать в первую очередь себя, и тогда нас начинает ценить, любить весь мир, выбирать нас начинает весь мир, потому что помимо того, что мы любим, ценим, уважаем себя, мы начинаем уважительно, ценно и с любовью относиться к другим людям. Вот, поэтому не забывайте об этом и начинаем, да? Начинаем, сейчас я вот тут кнопочка какая-то есть, вот. Начинаем отвечать на ваши вопросы. Итак, вопрос. Прочитала пост, теперь вопрос. А как не влезть в созависимые и больные отношения? Как не влезть в созависимые и больные отношения? Итак, это вопрос на самом деле напрямую связан с вашей ценностью. Откуда появились созависимые и больные отношения? Если разбираться, то любые созависимые и больные отношения, они основаны на том, что вы что-то хотите получить от партнера. Когда вы что-то требуете от него, и когда вы что-то от этого партнера требуете, вы очень хотите, чтобы он вам это дал. И тогда вы делаете что? Вы тогда пытаетесь отдать ему еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. А здесь важно понимать, что чем больше ты отдаешь своему партнеру, тем больше твоих частей остается в нем. И чем больше ты своих частей в нем забыла, тем, конечно же, больше у тебя твоих созависимых моментов. То есть ты же не можешь жить, представляешь, а фигакнула свою руку и отдала партнеру, отдала, взяла, сняла с себя одежду, отдала партнеру. И тебе жить тяжело, без руки, без одежды, без почки, без сердца, без, не знаю, без ноги. И ты ходишь за этим партнером, потому что тебе плохо без этого жить. И ты ничего с собой сделать не можешь. Уже вроде партнер уже 500 раз ушел, уже вроде он там другую семью завел. А ты же ничего сделать с собой не можешь, потому что твоя рука там у него осталась. Он с этой рукой ходит, и тебе, конечно же, плохо. Так вот, важно понимать, что очень часто мы эти свои руки, ноги, печень, почки, селезенки оставляем у этого партнера, потому что мы очень сильно хотим заслужить любовь. Потому что в своей базе, если говорить о нашем воспитании, мы очень хотим заслужить любовь наших родителей. Поэтому, чтобы не влезть в созависимые отношения, нужно четко понять, что ты здесь уже ценная и целостная. Тебе очень важно понять, что ты такая, какая есть, и тебе не нужно уже заслуживать любовь. И твой партнер совсем не твой папа или твоя мама. И твой партнер не должен тебе давать эту любовь, потому как никто никогда не сможет заменить тебе любовь твоих родителей. Тебе важно понять, что здесь и сейчас ты в таком теле, в таком состоянии, с таким развитием ты самая лучшая и самая замечательная. Это важно признать и понять, да, и тогда ты однозначно любишь, ценишь, уважаешь себя и каждого партнера воспринимаешь как возможность получить дополнительное счастье. Тебе без него хорошо, с тобой все в порядке. Ты любишь и уважаешь свою жизнь, а когда к тебе приходит партнер, тебе становится еще лучше, и тогда вы 1 + 1 получается 3. Так, смотрите, я вижу много ваших вопросов, сейчас я отвечу на те вопросы, которые мне задали сначала, а потом пролистаю ленту и отвечу на остальные, договорились? Так, едем дальше, как тут смахнуть, вот так, наверное, вот. Дальше мы смотрим вопросы, которые у меня есть. Так, как понять, что энергетически освободилась от прошлых отношений? Есть ли какая-то диагностика? Диагностика следующая. Смотрите, любые ваши отношения – это часть вас. Если человек был в вашей жизни, если человек был в вашем пространстве, как ни крути, он здесь остается. И задача не вытащить его всего и забыть, и стереть. Вы сегодня такая, потому что в том числе он был в вашей жизни. И ваша задача – поблагодарить его, что вы сегодня такая, какая есть. Диагностика того, что ваши отношения завершены, это когда у вас появляется такое, знаете, спокойное чувство благодарности и любви к этому человеку. Без истерики, без ненависти. Такой ноль. Ноль любви и благодарности. Ноль, я имею в виду, по эмоциям, да, ноль по энергиям. Это очень-очень важно понимать.
да, то есть если тебя еще немного колбасит, или ты делаешь вид, что его нет, тогда еще не отпустила. Отпустила — это когда я с любовью и благодарностью отпускаю тебя дальше, и мне прекрасно, да, тогда едем дальше, отвечаю дальше на вопросы. Так, сейчас я тут, видите, ага. Как же это смахивать? Я, видите, сейчас. О, все. Так, а давайте сделаем ретрит вместо силы с ежедневными тематическими расстановками на неделю. Так, Настя моя прекрасная. Ну, для тех, кто не знает, да, я являюсь расстановщиком. Да, это очень крутая идея. Давайте сделаем. Настя, давай будь организатором. На самом деле, вот сейчас у меня действительно очень много различных проектов. И я зову всех, организовывайте. Я только за. Давайте приходите с вашими идеями, давайте сделаем, это будет очень круто, целую неделю провести в расстановочных процессах, проработать прям все, сначала проработать себя, маму, папу, проработать род, проработать карму, проработать вселенский поток. Это будет, конечно, очень круто, если мы на неделю уедем куда-нибудь, где нет никого, и прям сделаем такой крутой ретрит, проработка расстановочная во всех временах и пространствах. Идея классная, давайте организовывать, кто хочет быть организатором, пишите. Настя, может, это сделаешь ты? Да, я буду сама очень рада. Давайте. Так, смотрю дальше ваши вопросы. Так, когда ждать волшебный марафон красной помады? Волшебный марафон красной помады. Что такое марафон красной помады? Сейчас вам расскажу. Это когда мы каждый день красим губы в красный цвет. Мы смотрим, как на нас реагирует мир. Видим, что происходит. И в течение 21 дня мы перепрошиваем таким образом свою жизнь. Потому что когда мы накрасили губы красной помадой, красится вся наша жизнь. Марафон начнется 17 числа. 16 числа я лечу в Соединенные Штаты Америки. И 17 числа оттуда мы начинаем марафон. Совсем скоро опубликую условия. Поэтому ждите, за закупайте красную помаду, 17 мая мы с вами стартуем наш прекрасный марафон. Дальше едем, смотрим еще вопросики. Ой, мне так неудобно. Почему постоянно боязнь не выспаться и всегда не высыпаюсь? Что такое боязнь не выспаться? Отличный вопрос. Давайте, значит, что мы с вами обсудим. Когда нам охота все время спать, это о том, что нам не очень интересно жить. Очень важно понимать, что если ты хочешь спать, значит, тебе утром неохота вставать и действовать. То есть первое, что ты должна осознать, ты не занимаешься любимым делом. Скорее всего, тебя не окружают ресурсные люди. Скорее всего, ты просто не хочешь проживать эту жизнь, поэтому ты никак не можешь проснуться. Поверьте мне, когда у вас появляется любимая деятельность, любимый мужчина, любимые друзья, любимое окружение, когда у вас появляется то, ради чего вы хотите жить, вы встаете без будильника и действуете. Поэтому ваша боязнь не выспаться, ваше желание спать – это просто показатель того, что надо что-то поменять в жизни. Наконец-таки расстаться с этим мужчиной, поменять эту работу, поменять свою жизнь и начать, наконец, жить свою жизнь. Вы поймите, пожалуйста, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вот это состояние: мне неохота вставать, я не хочу, я не буду и прочее. Поэтому давайте избавляйтесь от негатива в своей жизни, тогда вам вообще не захочется спать. Да вы будете думать: господи, ну давайте я еще что-то поделаю, давайте я запущу новый проект, новую идею, новую любовь, новые отношения. И вот это вот оно будет гореть изнутри. Поэтому, пожалуйста, это огромный показатель того, что вам нужно что-то менять в жизни, если вам не очень хочется просыпаться утром, понимаете? Так, Юлечка, что интересного посоветуешь почитать? Ну, мои любимые книги, они все связаны с развитием. Пожалуйста, читайте Лобковского, читайте Киосаки, читайте Тони Робинса, читайте кого там еще, Берта Хеллингера, читайте всех, кто дает вам возможность двигаться и продвигаться. Лен, если отвечать тебе, то попробуйте почитать. Мне так нравится вот это «Путь художника» Джулии Кэмерон. «Путь художника» Джулии Кэмерон дает возможность тоже перепрошить себя, открыть свое творчество, открыть свою миссию, открыть свое предназначение. «Путь художника» с конкретными практическими заданиями. Я вообще очень люблю не просто книжку прочитать. Я очень люблю, когда вы, помимо того, что прочитали, вы начинаете еще действовать. И ну вот как конкретная ситуация с Джулией Кэмерон, она прям дает конкретно задачи, которые позволяют вам выйти на новый уровень и начать действовать. Так, дальше. Юля, почему на работе возникают конфликтные ситуации с женщинами? Конфликтные ситуации с женщинами не только на работе, но и в принципе в жизни возникают, потому что ты не очень любишь и признаешь свою маму.
каждый раз, когда ты ненавидишь кого-то из женщин, посмотри в ее глаза. Там глаза твоей мамы. Не принимая свою женственность, не принимая свою женскую внутреннюю суть, ты не принимаешь свою мать. И тогда тебе просто мир отражает тем же. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы наконец перестать конфликтовать с женщинами, пойти к маме, сесть на корточки и сказать: здравствуй, мама, я маленькая, а ты большая, и я тебе благодарна за жизнь, потому что если бы тебя не было, то меня бы не было. И если бы те твои вены не лопались, когда ты носила меня в своем животе, если бы твои зубы не крошились, когда ты носила меня в своем животе, меня бы не появилось на этом свете. Когда я сидела в твоем животе, я ела тебя. Ты дала мне жизнь. Ты самая прекрасная женщина на этой планете. Вспомните, что вы должны быть благодарны своей маме за свою жизнь. Начните ее уважать, любить и принимать такой, какая она есть. И тогда женщины в пространстве не будут фонить вам, вашей мамой. Каждый раз, когда вы не принимаете маму, каждый раз, когда вы не принимаете других женщин, каждый раз вы видите в них непринятие своей внутренней женщины. Так, мужчина готов давать доллары только, ну, не доллары, деньги только на ребенка. Как правильно попросить? Ну, знаете, я вот из позиции ценности себя и признания себя понимаю, что если мужчина вам не хочет давать, то я против того, правильно попросить, неправильно попросить. Поймите однозначно, мужчина заточен на то, чтобы давать. И здесь важно, когда вы начнете давать, он тоже вам начнет давать. Правильно просить — это немножко манипуляция. Я категорически против манипуляции в отношениях. Поэтому я за то, что вы должны четко понимать, вы такая, какая есть. Вы должны четко понимать, что вы ценная и самодостаточная. А правильно просить — это немного похоже на, опять же, эти созависимые, непонятные отношения. Да, поэтому давайте не будем правильно просить, неправильно просить. Давайте будем такими, какие мы есть, четко понимать, что с тобой все в порядке, ты можешь жить сама. И там, может быть, мужчина сам захочет тебе что-то дать. Я к этому так отношусь. Я против правильно попросить, правильно прикинуться, сесть левого ушка, поцеловать в правую пяточку. Я за то, чтобы мужчина сам захотел вам давать. А чтобы он захотел вам давать сам, вы должны любить, ценить, уважать себя. Вы должны четко понимать, что с вами все в порядке. И если вам не нравится, что он вам что-то не дает, собирайте свои манатки и уходите. Но не надо манипулировать им, потому что каждая манипуляция, каждое не из вас сказанное слово, оно приводит к тому, что он остается вам чем что-то должен, а вы ему, понимаете? Возникает не отношения, которые сами люди хотят создавать, а возникает вот это там, с самого начала начиная, да, когда мы начали смотреть эфир, возникает вот эта самая созависимость, когда он мне что-то дал, тогда я ему что-то должна, и тогда вы, вроде он вам дал, а вы ему должны сексом ответить, а он вам деньгами, тогда получается у вас сексуально-денежные созависимые отношения, вы ничего с этим сделать не можете, вы его за это ненавидите, он вас за это ненавидит, потом приходите к терапевтам, мы с этим разбираемся непонятно сколько. А когда ты даешь ему полную свободу, хочет — дает деньги, хочет — не дает деньги, тогда ты даешь полную свободу себе. Хочешь — даешь секс, хочешь — не даешь секс, хочешь — варишь борщ, хочешь — не варишь борщ. И тогда получается, что тогда каждый из вас дает друг другу то, что захочет, понимаете? И тогда у вас свободные, чистые, ценные отношения. Понятно? Едем дальше. Как ужиться шизоиду и невротику в отношениях? Лечиться. Слушайте, ну знаете, я вам так скажу, 80% людей на этой планете, они все шизоиды и невротики. Это однозначно, точно и понятно. Поэтому для того, чтобы ужиться, нужно просто понимать, что вы такие, любите принимать себя такими, какие вы есть, и потихонечку проходить в новые уровни, в новые ситуации. Просто признать себя и полюбить. Так что, когда вы живете вот как шизоид и невротик вместе, вы же не просто так друг друга нашли, значит, вам как-то друг с другом весело. Любите, принимайте себя и потихонечку проходите на новые уровни. Смотрите, важно понимать, что мы встретились не просто так. Каждый из нас встречает своего партнера для нового уровня, для нового развития. Каждый из нас проходит во что-то важное для чего-то большего. Прекращайте находить в этом негатив. Когда у вас есть ситуации, которые могут вас развить, благодарите мир за то, что эти ситуации есть, и идите дальше. Понимаете? Как же тут листать? Так, смотрю дальше ваши вопросы. У меня все получится, спрашивают меня тут.
у меня все получится, конечно. На самом деле я всегда говорю, что каждый человек, он имеет безграничные возможности. Я все время говорю, что это понятно, когда мы объясняем с точки зрения квантовой физики. Есть физические доказательства. Уровень квантовой физики доказывает, что каждый из нас может все. Просто вы всегда часто не очень в себя верите. Так вот важно поверить и понять, что у вас обязательно все получится. Поэтому любите, принимайте себя и делайте все. Потому как если вы сегодня захотите улететь на Луну, вы очень четко и быстро это сделаете, если уберете ограничивающие убеждения и людей в вашем поле, которые вам не верят, понимаете? Поэтому давайте, верьте, любите, уважайте себя и летите на Луну, у вас обязательно все получится. Если вам, вас кто-то не верит, то у вас, как я всегда говорю, есть я, потому что я действительно верю в то, что каждый человек сможет добиться всего, чего пожелает. О, какой хороший вопрос. Какие планы у меня на будущее? У меня грандиозные планы. Если говорить об обучении, я в ближайшее в сентябре, я вот скоро еду обучаться на СГТ, это новый уровень там телесной терапии. После этого я еду к Тони Робинсу в Сингапур. После этого я еду к Берту Хеллингеру. Там в августе я еду к Тальпису на обучение. В декабре я еду во Флориду к Тони Робинсу. Это если про обучение. Если про мои проекты, у меня бесконечное количество проектов. В сентябре у меня проект про ценность очень мощный. Скоро у меня будет новый проект 100%. Эффективная жизнь, которую мы сегодня пишем. В общем, планов громадье, много реальных возможностей. Иду, лечу и помогаю этому миру. Вот. А если нужно, можете уточнить, какие конкретно, что вы конкретно имели в виду. Надеюсь, ответила, мои прекрасные, замечательные. Смотрим дальше. Стоит ли жертвовать своим комфортом ради достижения цели по карьере? Ну, опять же, смотря что здесь важнее. Я точно могу сказать, что самое важное в вашей жизни – это ваше счастье. И опять же, если тебе в твоем комфорте, ты себя чувствуешь несчастливой, тогда стоит. Да, если тебе, если ты в своей карьере чувствуешь себя счастливой, тогда стоит, понимаете? Самый большой лакмус, самый главный лакмус принятия решений в вашей жизни – это счастлива ты или нет. Берешь на чашу весов, счастлива или нет. И каждый раз, когда счастлива, делаешь то, чтобы быть счастливой, понимаете? Поэтому такой здесь ответ будет. Так, едем дальше. Так, как найти свое призвание? Как найти свое призвание? Это туда же, на самом деле, ваше призвание – это, опять же, ваше счастье. Занимайтесь тем, где вы чувствуете себя счастливой. Ваше призвание – быть, на самом деле, счастливой. И если вам нравится, я не знаю, кататься на дельфинах, станьте тренером по как это, обучению дельфинами, да? И значит, в этом ваше призвание, если вы там кайф получаете. Если вам нравится печь блины, станьте, пожалуйста, поваром, который печет блины. Свое, ваше призвание – это тотальное счастье. Я так вижу много комментариев, но я никак их не могу прочитать. Сейчас я вот на эти вопросы отвечу, а потом пройдусь по комментариям, по ленте полистаю, отвечу на ваши запросы. Да? Так что ваше призвание, чтобы его найти, нужно увидеть счастье, увидеть то, где вы счастливы. Все, оно и есть. Вот я сейчас с вами нахожусь здесь, разговариваю с вами. В этом мое счастье. Я сейчас нахожусь в своем призвании, потому что мне классно. И это базовый показатель вашего призвания. Потому что когда вы счастливы, вы можете делиться своим счастьем с миром. Да, и если вам действительно нравится мыть дельфинов или кататься на дельфинах, тогда вы сможете этим делиться с миром. И тогда вы передаете миру вот эту свою классную, счастливую энергию. И тогда классно. Понимаете, да? Надеюсь, ответила. Девочки, если не до конца ответила, вы можете дозадать вопрос. Как быть счастливой, независимо от того, есть ли рядом мужчина или нет? Ой, смотрите, отвечала на этот вопрос сегодня, давайте повторю. Вы очень часто в мужчину засовываете своих родителей. Важно понять, что ваши родители в вас. И когда внутри вас ваши родители, вам никто дополнительный не нужен, чтобы быть счастливой. А вы в мужчину мало того, что родители воткнули, вы там еще Бога видите, да, и вашего спасателя. Так вот важно понять, что вы целостная и цельная и ценная абсолютно на все 100, потому что вы уже есть. Вы такая, какая есть, потому что и Бог с вами, и мама с папой с вами. И вам для счастья не нужен больше никто. А когда вы папу, маму не приняли, у вас ноги, например, одно нет, вам нужен обязательно мужчина, чтобы на него опереться. И тогда, скажите честно, вы и с мужчиной рядом не будете счастливы, потому что это не настоящая нога, а костыль, да? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому искать мужчину для того, чтобы наконец быть счастливой, это называется однозначно попасть в созависимость. А созависимость никогда никого не сделает счастливой. Я вас уверяю, вы никогда в жизни не сможете найти того самого мужчину, который сделает вас счастливой, потому что у вас вот такой огромный
вот такой вот огромный чемодан претензий к этому мужчине, потому что вам надо маму, папу, Бога. А мама, папа, Бога — это что? Заботиться, любить, ценить, уважать, маму тёща называть, быть к футболу равнодушен. И там по списку вот такой вот списочек. Ни один человек на этой земле не сможет вам заменить вашу маму и папу, потому что он никогда не сможет стать вашей мамой и папой, понимаете? Поэтому будьте счастливы сами, найдите способ. На самом деле у меня есть подкаст, у меня там более 120 записей подкастов. Пожалуйста, зайдите в шапку профиля, кликните, там бесплатные подкасты, слушайте их. Там очень много об этом, бесплатный контент. Пожалуйста, в шапке моего профиля там нажимаете, и там есть подкасты, нажимаете. Для андроидов одна ссылка, для iTunes вторая ссылка, и слушайте, пожалуйста, мои замечательные. Да, идем дальше. Так, сейчас я все послушаю. Так. Так, вот туда же вопрос. Почему проблема в универе с подругами? Принять маму. Я немного ранее об этом говорила. Отношения с любой женщиной в вашем пространстве – это мама. Мама. Самая лучшая мамочка на земле. Самая любимая мамочка на земле, которая дала вам жизнь, которая дала вам возможности сейчас дышать, которая дала вам возможность жить на этой земле. Поэтому, пожалуйста, станьте благодарны своей матери. И тогда у вас с женщинами проблем не будет, когда вы начнете их наконец-таки любить и понимать, что глобально вы из одного теста сложены. Потому что именно женщина приносит в этот мир ребенка. Потому что это именно женщина привнесла вас в этот мир. И вы такая же женщина. И что в женщине есть очень глубинное, мощное понимание самого Бога. Потому что только женщина может брать свет и из него делать человека. И ваша мама такая, и вы такая. И каждая женщина в вашем университете такая. Увидьте это, и тогда станет легче. Ой, вот это мне надо заблокировать. Ужас, я такая, знаете, а еще, кстати, вот тут, видите, пишут, что я страшная. А еще, когда люди пишут и видят других, они видят в первую очередь себя. Поэтому, мои любимые, вы видите во мне свое отражение. Поэтому сюда вопросов нет. Я такая же абсолютно, как и вы. Это там на комментарии я увидела какой-то не очень симпатичный комментарий. Вот кто-то у меня... Прикольно вообще. Сколько стоит расстановка? Расстановка стоит, смотрите, с 1 июня у меня индивидуальная расстановка стоит 30 тысяч рублей, групповая расстановка стоит 15 тысяч рублей, расстановка сказка стоит 5 тысяч рублей, тематические расстановки стоят 3 тысячи рублей. Вот так вот. Так, едем дальше. Юля, ждем с тренингом в Казани. Да, я сейчас приехала в Казань, здесь снимаю огромное количество роликов. Обязательно организовывайте, мои прекрасные, организовывайте мне тренинг в Казани. Я сегодня говорила, что мне здесь очень понравилось. Пожалуйста, организовывайте. Так. Что тут еще? Покажите ноготки. Вот у меня тут сердечки, а здесь фиолетовенькие. Показываю. Что там все пишут, а у меня... Можно ли без высшего психологического образования помогать себе и людям, только с курсами? Знаете, вы очень часто из-за того, что вы... Сейчас, так сделаю. Вот. Знаете, я вам сейчас один секретик расскажу. Когда у вас в чате появляются люди, которые не очень дают вам возможность хорошо, ну, гармонично вести прямой эфир, можно так вот смахнуть и сделать, скрыть прямой эфир от конкретного человека. Потому что, смотрите, я занимаюсь, в принципе, ценностью себя и тем, как можно заявлять о себе миру. И действительно, когда вы начинаете заявлять о себе миру, приходят различные люди и как-то начинают вас сбивать. Вот важно этого не бояться. А когда вы даете прямой эфир и переживаете, что кто-то скажет что-то не так, у вас есть возможность сделать так, хпс, влево, и скрыть от человека. Если человек смотрит мой прямой эфир, и ему не очень комфортно, то, пожалуйста, не надо его мучить. Вы можете скрыть от него прямой эфир, чтобы он этого не видел. Тогда легче становится. Можно ли без высшего психологического образования помогать себе и людям только с курсами? На самом деле, вы можете, в принципе, помогать людям в любой ситуации. Вы можете помогать людям вашей энергией, потому что вы пришли в этот мир с какой-то своей глубинной, мощной, классной энергией. Поэтому вы можете это делать. У нас, наоборот, часто у людей из-за неценности себя
себя есть другой перекос. Это называется синдром самозванца. Он прям есть в психологии. Синдром самозванца – это тот самый синдром, когда мы боимся, когда мы получаем 150 дипломов и боимся уже, наконец, заявлять о себе и нести что-то важное в мир. Понимаете? Так вот, убирайте синдром самозванца, и если вы уже что-то можете давать миру, то можете давать не обязательно для этого получать миллион дипломов. Так, смотрим вопросы. Так, дальше смотрим. Юлечка, расскажите, пожалуйста, как правильно зажигать свечи на деньги, любовь, отношения? Смотрите, свечи, которые привлекают что-то в вашу жизнь, нужно жечь на растущую луну. Как это делать правильно? Вы берете свечу, от основания свечи пишете ваше желание. Например, мой ежемесячный доход там столько-то, да? Зажигайте свечу и не тушите ее, она должна у вас полностью догореть. Свечи на отношения, деньги, любовь у нас жгутся на растущую луну и выкидываются в текущую реку. Вот так вот. Так, здесь все, поехали. У меня синдром самозванца. Так, на самом деле, смотрите, синдром самозванца, он у 90% населения. Синдром самозванца, это тот самый синдром, когда мы реально боимся о себе заявить, когда мы бесконечно учимся. Поэтому я очень часто на моих тренингах, на мастер-классах говорю о том, что берите ответственность, начинайте идти, ничего не бойтесь. Всегда действительно найдутся люди, которые будут вами недовольны. Почему? Потому что в своей базе, почему люди недовольны, да? Потому что в своей базе мы действительно не очень принимаем маму и папу, и каждый раз, когда мы не принимаем маму и папу, мы в других начинаем видеть вот этот негатив. Каждый раз мы там видим маму и папу и пытаемся с ними бороться. И важно это просто признать, потому что пока вы будете бояться чужого мнения, вы не сможете о себе заявить. Так вот, бросайте этот синдром самозванца, бросайте уже получать 500 тысяч дополнительных образований, а уже начинайте нести в мир то, что вы в себе накопили. Часто накопив вот эту вот энергию и не отдавая ее другим, вы что получаете? Лишний вес, переизбыток энергии внутри, тогда внутренняя агрессия, когда неохота вставать. Часто очень, когда вы берете эти знания, вы начинаете предавать себя и предавать мир. Поэтому даже если сегодня у вас есть что-то, с чем вы можете поделиться с миром, вам надо брать и идти, брать и идти. Если кто-то затушил свечу, читаю, если кто-то затушил свечу, ну, зажгите ее снова, но лучше еще раз взять на следующий месяц и еще раз прожечь, да, смотря на что. Если кто-то нечаянно затушил свечу, значит, есть какие-то блоки по этим вопросам. Но эту свечу дожечь и в следующий месяц сжечь еще одну. Если еще идет растущая луна, можно взять еще одну и зажечь прям сразу же. Так, я знаете, что хочу? Я хочу почитать с самого начала, наверное, комментарии ваши вопросы. Поехали. Читаю ваши комментарии с самого начала, чтобы всем ответить. Так. Как потопить конкурентов? Петр меня спрашивает, как потопить конкурентов? Слушайте, я вообще, как из Юли, могу сказать, что я категорически против конкуренции. Конкуренции как таковой не существует. Почему? Потому что у каждого из нас есть уникальная энергия. Каждый из нас делает свою работу по-уникальному. Поэтому никто никогда в жизни не сможет вас повторить, и тогда конкуренции нет. Вы поймите важное, каждый человек хочет получить что-то очень эксклюзивное в этом мире. Поэтому каждый человек охотится именно за вашей энергией. Поэтому прекращайте тратить энергию на своих конкурентов. Займитесь лучше тем, чтобы раздавать себя, раздавать свою энергию людям. Прекращайте сливаться на непонятно кого. Поэтому давайте забывайте о конкуренции, идите вперед. Если отвечать на вопрос про конкурентов. На самом деле не бывает конкуренции, где вы понимаете четко, что у вас энергия эксклюзивная. Как убрать или проработать ограничивающие установки в голове? Пожалуйста, у меня курс, который называется «Управление реальностью», мы с этим работаем. На самом деле каждый день с этим работать, медитировать, читать книги, практиковаться, слушать мои подкасты. Каждый раз, раз за разом и понимать, что у тебя эти установки есть, и тебе нужно их переработать. Огромное количество возможностей можно перепрописывать, можно отпускать себя, можно начинать себе потихонечку позволять войти в страх и идти в эти ограничивающие установки и получать результат. Так, едем дальше. Обожаю тебя. Я тебя тоже, Евочка, обожаю. Ева Сторож во мне пишет. Я тебя тоже. Как работать со своими страхами? Смотрите, важно понять, что любые ваши страхи – это лишь возможность к росту. Там, где вам страшно, это ограничивающее убеждение. На самом деле важно понять, что любой ваш страх – это возможность выйти на новый уровень. Любой ваш страх – это возможность подняться выше. Поэтому, когда, например, ко мне приходит страх, я, знаете, как радуюсь и говорю: «Круто, я сейчас пойду выше, круто, я сейчас пойду выше». Поэтому важно раз за разом любить, уважать страх и брать его для нового уровня и для нового развития. Угу. Дальше смотрим.
Очень хочу машину, но много от мамы установок. Дорого украдут, зачем надо? Выявила их. Как это делать? А, надо пойти купить машину и наслаждаться. Еще раз, если вам страшно, идем делаем. Хотите машину, идем делаем. Хотите машину, не страшно, идем покупаем. Знаете, хотите на, не знаю, на самолете бизнес-класса вылетать, идем покупаем. Да? Еще раз вам говорю, страх – это возможность к вашему росту и развитию. Поэтому то, что страшно, берем, делаем. То, что страшно, берем, делаем. Хочу забеременеть, постоянно думаю об этом. Хочу забеременеть. Ну, если ваша беременность, которую вы хотите получить, не связана с тем, чтобы привязать к себе мужчину, тогда, пожалуйста, беременеть. Смотрите, у нас очень часто не приходит беременность, потому что у нас там очень много манипуляций к мужчине, к возможностям и к прочему. У нас есть, опять же, часто мы не можем забеременеть, потому что есть какие-то ограничивающие убеждения из прошлого, из рода, там, из кармы и прочего. Важно просто понять, зачем вам ребенок. Если вы действительно хотите ребенка, потому что у вас переизбыток энергии, переизбыток эмоций, переизбыток сил. Смотрите, ребенок – это так же, как любой новый проект, когда у вас слишком много энергии. Вы можете дать миру что-то большее. Тогда ребенок появляется легко. А когда есть ситуация, что вам ребенок нужен для чего-то, что может позволить вас загнать еще большую созависимость, тогда с ребенком тяжелее. Надо посмотреть, почему он не появляется. Просто вы так пишете здесь, хочу забеременеть, постоянно об этом думаю, как будто там есть что-то еще под этим ребенком. А чтобы ребенок появился, должна быть такая стопроцентная энергия на дополнительное что-то для мира, на такой переизбыток мощной энергии. Привет, привет, привет. Читаю комментарии, да? А если раздражена на мужчин, привет папе, да? То же самое, что мы сегодня говорили про маму. Не принимайте мужчин, привет папе. Потому что вы опять же запихиваете в каждого мужчину папу, ждете от него, что он там начнет заботиться, деньги давать, там, не пить, не курить и цветы всегда дарить. Все к папе, все к папе. Поэтому прекращайте злиться на мужчин, просто поймите, что ваш папа самый классный, самый мощный, самый крутой. Поймите, что ваш папа тот человек, который дал вам жизнь, и когда это он первый начал бежать к вашей маме, чтобы вы появились на земле, он первый захотел вас. Например. О, я люблю секс, хочу делиться с миром. Вот Ева Сторожева, она в моем центре ведет мастер-классы, тренинги про секс, поэтому переходите на мою рабочую страницу центра Юлии Хадарцевой, смотрите за расписанием. Вот Ева хочет делиться с миром сексом. Евочка, пожалуйста, делись, как перестать быть мужчином-мамой? Это очень крутой вопрос. Это про то, когда мы действительно часто идем в отношения с партнером, потому что у нас есть паттерн поведения мама-папа, и мы хотим о них заботиться, там, что мы хотим им борщ варить, чтобы они вырастали, и хотим, чтобы они подрастали, школу хорошо заканчивали и прочее. Чтобы это перестать делать, нужно вспомнить, что ты женщина, и что вы равные. Мужчины и женщины равны, и всегда были и будут равными. И тогда пойми важное, ценность отношений – это быть целостными. Ну и прекращайте уже воспитывать маленьких мальчиков, потому что пока вы пытаетесь их воспитывать, они действительно становятся маленькими. И чем больше вы их воспитываете, тем меньше денег у них появляется, потому что маленьким деткам только на мороженка. Да? Юлечка, очень классный макияж, спасибо. Да, эфир супер. Юля, благодарю, особенно про эти костыли, пожалуйста. Да, очень благодарю за подкасты. А вот тут мне еще пишут, что я за бред несу. Слушайте, ну я вам серьезно говорю, ну не нравится, не слушайте. Вот странно, знаете, как в жизни. Вот если вам в жизни что-то не нравится, не нужно тратить свою жизнь на то, что вам не нравится. Не нравится, как девушка говорит в эфире, выключайте. Не нравится спектакль, на котором вы сидите, выключайте. Не нравится мужчина, который находится в вашем пространстве, выгоняйте или сами уезжайте. Поймите вот эту вещь. Зачем вы тратите энергию на то, что вам не нравится? Да, да пожалуйста. Люди меня заступаются. Ой, Валер написал мне тут. Так, я тоже обожаю подкасты. Так классно, что всегда есть возможность. Да, спасибо. Юля, мы тебя любим. Юля, ты очень красивая и волшебная. Люблю вас. Юля, добрый вечер. Юля, ты крутая, люблю. Я вас очень люблю. Вот смотрите, для тех, кто хочет заявлять о себе, а я действительно сейчас там выхожу на новый уровень, я четко понимаю, что всегда будет турбулентность. Это когда самолет взлетает, все равно немного трясет. И для всех ты хороший не будешь. И вам здесь очень важно понимать, что ты ценная такая, какая есть. Даже если ты говоришь, что ты страшная, неадекватно и прочее. Потому что люди очень часто видят в других отражение себя. Потому что ты не можешь быть для всех хорошей, нормальной. Потому что такая жизнь и ваша задача – это четко понимать. Тебе не нужно быть для всех идеальной. Потому что люди – это не твои мама и папа. Потому что твои мама и папа в тебе, они тебя любят такой, как ты есть. Со страшными глазами, с маленькой грудью, с ужасными губами и с ногтями разрисованными. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, вот сегодня такой классный эфир, который
показал вам и мне в том числе, что не важно, что происходит, ты в этот мир несешь что-то очень ценное, очень нужное. И тогда все так и происходит. Я вас очень люблю, чувствую вашу любовь. Тут у меня прям команда поддержки. У меня синдром самозванца. Так, по-моему, я на все вопросы ответила, мой любимый. На первый взгляд, простая ситуация. Вдруг стала более сложной. Успокаиваю себя тем, что значит это нужно. Как не паниковать? Ну, смотрите, опять же, любая трансформация, любое развитие, оно немного выводит в зону вот этой турбулентности. Поэтому любите себя паникующей, любите себя плачущей, любите себя немного раздраженной. С этим тоже все в порядке. Просто любите себя любой, потому что, ну, вы живой человек, у вас тоже могут быть эмоции и прочее. Вы тоже можете паниковать. Главное, принимайте себя и давайте себе в этот момент любовь и энергию. Самое важное, не ругать себя. Поймите, у вас очень часто возникает ситуация, когда вы сделали что-то не так, и вы начинаете сверху еще больше себя ругать. Вас там и так уже ругают родители, там эти учителя, прочее. Когда вы еще дополнительно начинаете себя плющить, вам становится еще хуже. Поэтому лучше дайте себе ресурсы, понимаете, да, мне сейчас плохо, мне сейчас неприятно, мне болит голова, мне болит сердце и прочее, да. И тогда я могу себя, наоборот, пожалеть и дать себе ресурс, и с этим тоже все в порядке. Про свечу отвечала. Юля, как отличить неприятное непринятие мамы или папы, или это отстаивание границ? Олечка, вот здесь нужен дополнительный вопрос. Опять же, смотри, вопрос в том, что отстаивание границ, ты четко понимаешь, что твои границы нарушают. А неприятие мамы и папы, когда тебе человек прям не нравится. Отстаивание границ, например, вот мой дом. Ко мне кто-то пришел и начинает тут свои правила мне диктовать, да? Начинает мне тут рассказывать, переставь диван, переставь кровать, тут будет по-моему. Это вот называется отстанем, говорит, ты говоришь, слушайте, алло, это мой дом, не надо здесь свои правила диктовать. Но это не значит, что тебе эти люди не нравятся. Ты просто диктуешь им, говоришь свое правило, это мои границы. И здесь будет по-моему, как я хочу. Как вот сейчас у меня пришел человек в эфир, и он начинает мне тут рассказывать что-то про меня. Мне этот человек не нравится. Я бах и убрала его, потому что это мой дом, мой эфир, мой инстаграм. И он мне здесь приходит и начинает мне рассказывать, куда мне диван переставить. Но это не значит, что меня он бесит, что он страшный и невыносимый. А вот когда тебя начинают бесить, и ты понимаешь, что что-то меня бесит этот человек, и ты его выгоняешь из своего дома не потому, что он начал правила нарушать твоего дома, а потому, что он просто тебя раздражает. Вот здесь, скорее всего, мама и папа. Понимаете, да, разница? Тонкая разница. Вот если один человек пришел в твой дом, и он просто пьет чай, который ты налила, и он тебя раздражает, там мама и папа. А если пришел человек, который, в принципе, тебе не вызывает особо негативных эмоций, начинает тут колбаситься в твоем доме, что-то менять, вот это отстаивание границ. Надеюсь, ответила. Если я хочу помогать старшим людям в доме престарелых, это нормально? Галь, нет, я бы все-таки сказала, что это там ты маме и папе хочешь любовь додать. Помочь старым людям в доме престарелых, это все-таки маме и папе додать любовь. Поэтому, ну, вы же не Бог, успокойтесь. Бог позаботится обо всех людях и поможет им. Вытаскиваешь из себя Бога и просто несешь свою энергию. Это не значит помогать, это значит делиться с миром, да? Понимаешь тонкую грань? Как ты ухаживаешь за волосами, меня спрашивают. Как я ухаживаю за волосами? У меня есть бальзамы, шампуни, марканойлом часто пользуюсь, там хожу в парикмахерскую, там докрашиваю немного. Ну там особо у меня там нет таких прям каких-то супер действий. Бывает там раз в месяц мажу каким-нибудь репейным маслом. Но супер действий я волосам не применяю. Ну как бы там шампунь, бальзамы и вот всякие масочки. У меня есть такие тритменты. Угу. Надеюсь, ответила. А чем занимается энерготерапевт? Энерготерапевт лечит энергии. У нас есть физическое тело наше, 90-60-90, а есть энергетическое поле, оно иной раз доходит до 9 метров, знаете, такая аура. И в нашем энергетическом поле огромное количество всего. Там есть дыры пробоины энергетические, да, есть какие-то блоки. И вот энерготерапевт дает возможность наполнить свою энергетическое поле энергии, когда ты просыпаешься, у тебя полно сил, энергии, и ничего тебя не выносит, потому что часто вот эти пробоины в энергетическом теле не дают возможность нормально жить. Это приблизительно так. Меня мужчина спрашивает, прекрасно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно приметам верить или нет? У меня просто залетел голубь на балкон и остался, не захотел улетать. Это точно. Хорошим приметам можно верить. Плохим нет. Если голубь залетел, это точно хорошая примета. Скоро придут классные, хорошие новости. Значит, что мы делаем? Мы фокусируемся на хорошем. Поэтому голубь с хорошими новостями, да радуемся и говорим, классно, у меня голубь. Хорошим приметам можно и нужно верить.
как расстановка влияет на заместителей. Смотрите, когда мы в расстановке участвуем с заместителем, смотрите, что происходит вообще в расстановках. У нас есть общее поле, в котором мы работаем. Так вот, важно понимать, что все, кто приходит в расстановочное поле, они приходят не просто так. И вот именно заместители очень часто прорабатывают намного больше, потому что заместитель вроде не свой вопрос решает, а его просто так никогда не выбирают заместителем. Поверьте мне, ни один заместитель не становится заместителем просто так. Именно поэтому у нас классно работают расстановки сказки и тематические расстановки. Поэтому очень часто вы идете в заместительство, думая, о, это не мой вопрос, а прорабатываете очень много. Поэтому напрямую расстановка влияет на заместителей. Не бывает чужих ролей, вас туда выбирают не просто так. И бывает так, что мы в заместителях прорабатываем даже больше, чем в остальных заказчиках. Поэтому напрямую влияет расстановка на заместителей. Если нужно, можете задать уточняющий вопрос. Юля, а если папа пьет? Ну, смотрите, я очень часто говорю про пьющих родителей. Очень важно понимать, что алкоголь, наркотики – это возможность выдерживать тяжесть ситуации, да? То есть, посмотрите, вот этот психоз часто, наркомания, алкоголизм – это возможность физическому человеку выдерживать. Вы просто поймите, что он пьет не потому, что он хочет быть алкоголиком, а потому, что на нем такой достаточно серьезный, сложный груз. И здесь очень важно понимать, что это его судьба, и вы не можете быть Богом и влиять на его судьбу, признавать, что она у него не такая уж и легкая, и он с помощью алкоголя лишь дает себе возможность выдерживать эту ситуацию. Эфир оставите в записи? Конечно, оставлю, может быть, даже выложу на YouTube. Предложили взять фамилию отца, чтобы полностью его принять. Может сработать? Конечно. Я за то, чтобы была реальная фамилия папы. У меня на самом деле у самой до 6 лет была фамилия мамы, да, потому что у меня там отец немного оставил меня без себя. Много оставил меня без себя. Я была записана на маму, но это самое важное, взять фамилию отца, потому что, ну, это важно понять, что ты никуда от папы не денешься. У тебя его глаза, у тебя его нос, у тебя его губы, у тебя его кожа. Поэтому как у тебя может быть не его фамилия? Угу. Как я люблю говорить, каждый раз, когда вы смотрите на себя в зеркало, на вас смотрит ваш папа и мама. И вы с этим ничего не сделаете. Какие бы ваши родители ни были, вы их не можете из себя вытащить. Понимаете, в каждой вашей клеточке мама с папой. И они смотрят на вас. Поэтому, конечно, фамилия папы, конечно, отчество папы. А как по-другому? Это же закон. Невероятно. Так, Юлечка, спасибо за ваши ответы. Невероятно мотивирует. Благодарю. Я очень рада, что вам помогает. И как перестать все заедать? Постоянно ем и хочу что-то съесть. Надо найти деятельность, которая приносит удовольствие. Когда вы понимаете, когда вы летите в полете, вы вообще про еду забываете. Главное водичку стоит попить, понимаете? Ну и начинать голодать. Завтра у нас все, кто голодает по понедельникам, добро пожаловать. На самом деле, да, напомню, что у нас есть прекрасный чат в Телеграм, бесплатный чат в Телеграм. Мы раз в неделю голодаем на наши желания, поэтому вы можете зайти в мою шапку профиля и попасть в наш бесплатный чат в Телеграм, где мы друг друга поддерживаем, где мы голодаем на желания, там бесконечные результаты, поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Не было отца, нравятся мужчины намного старше, 10-15 лет, родственников и младших, смотрите, как младших братьев, откуда это? Ну, это потому, что не было папы, и мы в каждом мужчине ищем папу. Да, если у нас не было папы, мы реально в каждом мужчине ищем папу, и важно это проработать. Важно понять, что ни один мужчина папу тебе не заменит. Важно признать, что папа в тебе. С этим надо поработать, но вот сегодня, что я могу сказать в эфире, признать, вот прям подойти сегодня к зеркалу и увидеть, как на тебя смотрят папины глаза, и с этим ничего ты не сделаешь. В тебе кровь папина, в тебе каждая клеточка папина, в том числе, в каждой твоей клеточке мама и папа. И тогда ты четко поймешь, что ты не хочешь больше искать в мужчинах папу. Ты хочешь найти того партнера, с которым тебе будет классно. Да, потому что, ну, глобально с папами сексом не занимаются, да, с папами не строят там новые здоровые отношения. Очень важно из партнера вытащить папу. Очень важно из ожидания от мужчины вытащить папу. Для этого надо простроить своего. Угу. Олечка, я надеюсь, ответила. Могу еще, можно задать еще какие-то дополнительные вопросы. Юлечка, и с розовыми волосами, да. А если постоянно тревожность, что делать? Как избавиться и быть расслабленной? Смотрите, у нас тревожность, она возникает из-за большого страха, а в любом страхе есть страх смерти. И один из вариантов принять тревожность и перестать тревожиться, это признать, что мы все когда-нибудь умрем. И наша задача просто прожить счастливую жизнь. Знаете,
как я люблю говорить, живым из этой жизни еще никто не уходил. Это 100% гарантия, что когда-нибудь мы все умрем. Поэтому прекращайте по этому поводу тревожиться и начните, наконец, проживать свою счастливую жизнь здесь и сейчас и сегодня. Вот и все. Расслабленной. Расслабленной в том числе. Слушаю вас и наслаждаюсь. Спасибо большое. Благодарю. Юлечка, расскажите, как быть с распределением бюджета в семье? Внутри все протестуют, когда у мужа заканчиваются деньги, покупать продукты и так далее. Для меня прям жесть. Я злюсь на него и веду как мужчина себя. Ну, знаете, я вот на курсе про деньги об этом много говорю. Мы там говорим про мужско-женские отношения. Важно понимать, что каждый из нас приходит со своим энергетическим полем. У нас у каждого энергетическое поле имеет какой-то определенный денежный там, чемодан. И вы, когда вступаете в отношения с партнером, вы должны быть с этим в контакте. Да? Вот эти вот деньги, которые есть у вас или есть у него, это те деньги, которые там, нарабатывает ваше энергетическое поле. И независимо, вместе вы или не вместе, ваш чемодан есть. И когда вы вступаете в отношения с партнером, действительно важно, чтобы партнер брал границы. У партнера третья чакра Манипура, она такая граничащая. Он ограничивает там, вас, говорит, ходи за меня замуж, живи у меня, вот эта пещера и прочее. Но это не значит, что он должен вас содержать. А большей частью, так вот гармонично, в двух словах скажу, мужчина действительно отвечает за границы, за базовые там какие-то потребности, но он ничего не должен. И здесь ваша задача, выбираете вы этого партнера или не выбираете. Примите важное, с точки зрения вообще, не только финансов, всего, он вам ничего не должен, и вы его таким либо выбираете, либо не выбираете. Но перевоспитывать его точно не нужно. Если вас это не устраивает, ну как бы не берете и разворачиваетесь и уходите. Но еще раз вам скажу, чем меньше вы будете его плющить, тем больше он захочет держать границы, держать дом, держать семью, обеспечивать продуктами, вот такими хозяйственными вещами. Ну уж точно не надо манипулировать, просить и прочее. Не нравится — собирайтесь и уходите. Не нравится — не надо перевоспитывать, понимаете? Поэтому вот здесь нет правила по распределению бюджета. Здесь есть опять понимание, счастливы вы или нет. И я много видела различных историй касаемо денег. Мужчина в своей базе, он заточен на то, чтобы держать это все. Мужчина в своей базе очень хочет сам это все делать. Когда вы прекратите его мотивировать, тогда ему будет значительно легче. Понимаете? Я понимаю, каждую из вас вы очень хотите, чтобы вас там содержали и прочее, прочее. Но просто поймите, если возникает дисбаланс в содержании, вы как будто остаетесь должны. Более того, вот честно, если вас начинает мужчина содержать, вы берете свой чемоданчик денег, который есть в вашем энергетическом поле, передаете ему. Понимаете? И тогда вы начинаете получать меньше, зарабатывать меньше, ваше поле приходит меньше, все ваши деньги уйдут к нему. Глобально, зачем вам это нужно, с одной стороны. С другой стороны, если вы ему доверяете, вы можете ему передать свой чемоданчик. Да? Вот в отношениях мужчины и женщины и денег важно понимать, что не нужно вступать в зависимые отношения точно так же. Да? Потому что часто, когда он дает вам деньги, вам кажется, что вы должны ему секс. И тогда опять получается целая куча бесконечных претензий. Надеюсь, ответила. Но вот здесь тоже важно понимать, что никто никому ничего не должен. Вы просто выбираете или не выбираете. Вот и все. Ответила, девочки мои любимые. Юля, очень люблю вас слушать. Вы мой кумир. Ты уже давно могла меня назвать на «ты». Вас пишешь. И всегда хочу быть в вашем поле. Да, пожалуйста. Я же открыта. Еще раз скажу. У меня очень много бесплатных проектов. Просто подкасты бесплатные. «Планка на богатство». Каждое утро в 7 утра мы стоим. «Голодание на желание». Мы голодаем всем чатом. Что у нас там еще? Ну, бесконечное количество бесплатных проектов, где вы можете быть все время со мной. Я вот тут в этом инстаграме с вами бесконечно много. Поэтому рада, что вы со мной. Люблю вас тоже очень сильно. Присоединяйтесь. Опять же, все есть по ссылочкам. Хочу открыть свой бизнес, но боюсь, что не потяну. Как быть? Открыть. Если бояться и не делать, то не понять. Открывай. Посмотришь, и все будет хорошо. То есть я реально за то, что пробовать. Не получится — будет опыт. Нет негативных результатов. Любой результат — это опыт. Поэтому пробуем. Единственное, что я вообще не рекомендую делать, знаете, из энерготерапевта, открывать бизнес на заемные деньги. Вот я против вот этих кредитов, заемных денег, ипотек и прочего. Да, потому что каждый кредит, он вытягивает кучу энергии. Поэтому открывайте, пробуйте, но точно не на заемные деньги. Люблю. Юля, спасибо. Не хочу брать фамилию мужа. Это неплохо, если оставить фамилию
папы. Нет, неплохо, хорошо. Ну, как бы я вот, например, тоже на своей фамилии была всегда и остаюсь. Просто когда вы берете фамилию мужа, вы должны понимать, что вы берете энергию рода мужчины. И часто она там не самая-самая-самая-самая. Поэтому это нормально оставлять свою фамилию. Нормально брать фамилию, но просто вы должны быть в ответственности, что вы берете энергию всего рода мужа, да? Так, у нас тут вопросы появились, сейчас я посмотрю. Так, вопросики. Можно ли жить без комплексов и быть самоуверенным в себе? Можно и нужно, когда вы просто поймете, что вы ценный человек, такой, какой есть, и вам не нужно удовлетворять чужое мнение. Когда вы поймете, что другие люди видят вас только себя, и только от своей неуверенности они вас пытаются снизить, и вам станет немножко безразлично на негативные отзывы. Когда вы поймете, что у вас есть божественная суть, душа ваша, это часть Бога, которая пришла в этот мир для чего-то важного, начнете любить, ценить, уважать себя в первую очередь, а не ориентироваться на мнение окружающих. Так. Так, вроде на все. Так, что-то тут еще я какой-то вопрос нашла, сейчас смотрю. О. Юлечка, страх быть успешнее мужа. Совсем забросила бизнес. Как выйти из состояния этого? Слушайте, ну опять же, вы пытаетесь быть своему мужу мамой, да, то есть вы пытаетесь его, ну, переживаете за него, то есть поймите, каждый раз, когда вы переживаете за своего мужа, вы его немножко кастрируете, да, то есть вы из него делаете немножко маленького. Прекращайте это делать, когда вы каждый раз заботитесь о нем, переживаете, тем более жертвуете собой, это мало того, что унижает его, это еще дает вам возможность потом ему сказать: я ради тебя, и тогда он вам опять что-то должен. Не нужно этого делать. Выбирайте себя. И поверьте мне, даже если вы станете успешнее него, вот для него крутая мотивация двигаться дальше, подниматься выше и идти вперед. Надеюсь, ответила. Юлечка, живем вместе с молодым человеком. Подскажите, как оставить границы по финансам? Мои деньги — это мои, не наши. Я против того, чтобы что-то отстаивать. Если вы живете со своим партнером, самое большее, что вы можете сделать, все проговаривать. Знаете, строите свои базовые отношения с мужчиной на доверии и принятии. Зачем что-то там отстаивать, разграничивать и прочее? Станьте тотально доверять человеку. Доверяйте полностью. И тогда у вас отношения настоящие будут. Прям сядьте и поговорите с ним. Мне вот неприятно, скажите, отдавать тебе деньги. Мне неприятно там покупать колбасу домой. Посмотрите, что он скажет вам. Будьте настоящими. Перестаньте строить из себя павлина. Да, станьте обычным человеком и говорите со своим партнером. На самом деле отношения построены на доверии, на 100% проговорке всего. Самые крепкие отношения. Потому что часто вы пытаетесь что-то отстоять, сделать, а на самом деле ничего толком не получается. Так, если после развода остается фамилия мужа, на что это влияет? Нет, нужно убирать фамилию мужа, это влияет на то, что вы не развелись до конца. Если после развода у вас остается фамилия бывшего мужа, это вы до конца не развелись, у вас встроена его энергия. Тогда будет тяжело забыть, тяжело расстаться, тяжело впустить в жизнь нового мужчину. Лучше поменять. Ой, что тут у меня? Благодарю, как все вовремя. Ну что, сколько я была с вами в эфире, я не знаю. Я вас люблю, бесконечно благодарю. Да, практически час, как и обещала. Все, всех люблю, всем любви. Не забывайте ценить, любить, уважать себя. Ваша Юлия Хадарцева.